Вабастильваджа, лицо всегда надо открыто, радостное лицо, а то некоторые человека лицо увидят и таком грубо на тебя смотрят, как будто ты, как, ты значит, какой-то из его рода там, твои роды там убили. Нет, всегда надо лицо открыто делать. Или там на улице какой-то там, например, проблема у вас в бизнесе, когда домой заходите, надо лицо открыто делать. Да, некоторые люди, я вам говорил раньше тоже, на улице у него проблема, какой-то у него проблема, документы там не получился, домой заходит, такой грубый он разговаривает с женой или там с детьми, что он, значит, как будто дети виноваты, дети бегают там встречать отцу, папа или там своему там, да-да, или там, что? И сразу убирается отсюда, у меня сегодня настроения нету. А при чем мы? А при чем мы, отец мой? Или там жена там подойдет, там дверь откроет, там, значит, ухаживает туда-сюда, начинает спросить и кричит, наезжает на жену. При чем здесь жена, брат мой? Это несправедливо нам.